Добрый день, пацанчики. Сегодня у нас воскресенье, короче, уже это самое. Без 15:06. Сегодня мы проснулись в 5 часов. Что мы делали вчера, не очень-то все помню, но... Был в студентском, проснулся, сейчас был в дружбе, сейчас опять еду в студентский, блядь. И с Валерой, короче, в импульс едем. Шишки попарить. Если кому есть интерес, в импульс прилетайте. Звоните, маякуйте. Подсоберемся. Мы не едем качаться, там, фитнес-хуитнес. Нет, чисто... Чисто посидеть в парилочках. В парилочках просто посидеть, немножко отпариться, попариться. Что-то все сегодня экстремальные воскресенья. Сегодня воскресенье, хорошее солнце, погодка, так все терпимо, короче, можно. По проекту было на Витушу пойти грибы собирать, но собрали только один гриб. Один грибок и все. Грибочек и пиздец. Так и живем, блядь. Вечером что-то надо опять делать, но напоследок на воскресенье и потом все. Любимый понедельник, работа, старая программа и все по кругу на комбайн, короче. Ты меня понимаешь, да, о чем я назвали, Так, у меня, короче, печка текла, купил специальный один такой манджа-борщ, что заливаешь в радиатор, он затыкает все дырочки. Поставил, посмотрим, поможет, че нет. Должно помочь. Должно помочь. Блядь, зеленый свет, пока все расколбасятся, блядь, я его проебу, сука. Все, пролетели нормально, короче, все, блядь. Это пиздец, что вам сказать. Что-то надо эксклюзивное в эту жизнь внести, какую-то... Какой-то разворот. Какую-то канитель вообще поставить, сделать, чтобы что-то закрутилось, блядь. Ну, то есть осознание того, что как ты и сейчас... Сдохнешь точно так же, блядь. Никаких изменений, блядь. В Болгарии дороги как бы везде вроде нормальные, а вот не везде, вот вроде не очень как-то, блядь. То похоже, то, блядь, не похоже на Европу, слышь. Здесь вообще в дороге дырка, блядь. Я ее, сука, объехал, блядь, к счастью. Попал вообще нормально, блядь. А, блядь, что туплю, надо Валере звонить. Все, короче, пацаны, еще от самого увидимся. В пульсе будем качаться, купаться. Все, давайте.